Привет, друзья! Все-таки попал я в любимый Святогорск, Славяногорск, памятник Артему, за моей спиной лавра. Вот здесь, вот возле ног, ну замечательное место, чудесное. Я уже рассказывал вам в блоге историю этого памятника Артема, о лавре поговорим отдельно. Безусловно, пойду поставлю свечку за здоровье всех, кто смотрит мои блоги. Ну и за мир, безусловно, конечно, за мир. Так что прогуляемся. Вот и лавра, тот самый мост через Северский Донец. Любимые, дорогие сердцу места. Я не могу вам передать радость, которая у меня сейчас. Я не был здесь какое-то время. И, честно говоря, очень скучаю по этим местам. Очень скучаю по вот той атмосфере. Очень скучаю по какому-то времени, которое было тут проведено. И приятно осознавать, что почти ничего не изменилось. Все так же приятно, все так же хорошо, все так же благодатно. Потому что места эти по-настоящему святые. Сейчас нужно немножко перекусить, а потом идти в лавру и побыть там на службе. Но ведь согласитесь, приехать в святые места и не помолиться, не поставить свечку, не попросить о самом сокровенном, о самом дорогом, ну разве можно такое себе позволить? Ну а пока Северский Донец, покажу его вам немного. Именем Господним противлякся и благословенися нам, благословенья ты во имя Господне. Просто невероятная благодать этого места. Безусловно, помолился, это слишком лично, наверное, слишком интимно, чтобы это показывать на видео. И я надеюсь, что все сбудется, я надеюсь, что будет и мир, и помолился обо всех вас, кто смотрит это видео. Так что, если у вас будет возможность, обязательно посетите Святогорскую лавру, побудьте здесь какое-то время. Просто остановитесь в этой всей суете, в этой всей беготне. Благодатное место, где ты ощущаешь, что живешь ты на этой земле не зря. Не хочется ничего особо говорить. Просто вот сниму какую-то проходку по лавре. Попробуйте ощутить такое вот дуновение этого святого места. Он рядом. Вот стоит только прикоснуться, и ты понимаешь, что в таких местах наиболее остро вот ощущается бессмертие души, так скажем.